они могли там пользоваться, могли жить и строить свои дома. И потом они женились в этой деревне и построили мечеть и мизар. Wyjechali na Krym, mieszkali w Sewastopolu. Tam poznała swojego męża, mojego pradziadka, był Tatarem krymskim. А я очень хотела бы поехать на Крым, но не было случая такого, и никто меня не приглашал, чтобы там поехать.